Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Escape the Ivoke. Многим понравилась эта игра, просите продолжения, хотя многие очень боятся эту игру, кто-то там чай проливает во время просмотра, кто-то просто офигевает от того, насколько у него страшные звуки. В общем-то, давайте продолжим. Я понял, почему я в прошлой серии не смог там за одну дверь зайти, потому что я один раз, получается, активировал какую-то там аудиозапись, а другой раз не активировал, из-за этого эта дверь не открывалась. Также у нас была подсказочка в комментариях, что фонарик перезаряжается на кнопочку Q, и он боится фонарика, этот Ivoke. Но что-то как-то я особо не замечал, чтобы он боялся фонарика и как-то убегал от него. Так что тут тоже под вопросом. Так, ага, темень полная, конечно, ничего не видать. Так, взяли, отлично. И, в общем-то, идем очень тихо, потому что Ivoke может в любой момент прибежать. Так, отлично, и все, берем фонарик. Ну, даже не фонарик, просто эту свечу. Так, все, отлично. Сейчас более-менее видно, здесь у нас, в принципе, ничего не было. Еще прикол в том, то, что... Тут у нас получается, эти книги какие-то святые, которые в прошлый раз мы видели, на которых он не ходил, в общем-то. Вот, и из-за этого получается, ну, как-то мы можем спасаться более-менее. Но это, конечно, тоже не 100%, потому что пока что не ясно. Так, хорошо. Сейчас пойдем вон в ту сторону. Так, подождите-ка, не здесь, чуток дальше. И посмотрим, что у нас там есть. Но, честно говоря, конечно, получается немного. Он постоянно нас пытается как-то убить. Так, фонарик, если что, вот так вот достаем. Окей. Ага. Так. Он говорит, типа, что-то пытается меня держать внутри. Или этот, как его... Ну, зачем вообще... Кто-то заколотил тут все вот эти вот двери и тому подобное. Кто-то пытается меня удерживать внутри. Вот, и не хочет, чтобы я уходил. И типа он не знает, один ли он тут вообще, или что тут вообще происходит. Так, ну тут мы прятаться, наверное, не сможем. Блин, ну конечно, лицом к лицу я вообще не хочу связываться с Ivoke. Вот, это будет, наверное, достаточно проблематично. Так. Ну окейушки. Ага. Все, я тупо ухожу. Там вот красным горит что-то, я не знаю почему. Что это может означать вообще? Ну, короче, пока что все достаточно спокойно, тихо. То есть, ну, не страшно как бы, ну, конечно, все равно страшно, но не так сильно страшно, да? Ну, возможно, нам, чтобы пройти первую главу, нужно через главную дверь как-то пробежаться. Хотя, конечно, это не факт. Может быть, ты вилку бы хотя бы взял, я не знаю, ножичек бы какой-нибудь. Отколотил бы вот эти все гвоздики, да спрыгнул он и свалил. Конечно, по идее, по логике можно много как тут отсюда сбежать и тому подобное, но делать это все, конечно же, главный персонаж совсем не хочет. Так, за ту... Ага, это соберем. Без этого никак. А вы уверены, что это математика, география? Это не какие-то святые книги. Это обычные книжки, типа, по наукам. Вот тут даже оккультизм как бы есть. Так что это особо как-то даже и не помогает. Так. Ну, короче, вот эту вот дверь я в прошлый раз открывал. Так. Не понял. А, собственно говоря, почему она закрыта-то? В прошлый раз она вроде не была закрыта, но окей. Попробуем тогда тут прогуляться. Ну, пока что вроде бы все спокойно. Я что-то не помню, какая дверь была открыта. Закрыта. Закрыта. О! Ё-моё. Подожди, вот это открылось, да? Ой-ой. Ах ты, ё-моё! Офигеть! Со спины прибежал. Ух, даже я сейчас офигел от резкости.
Нормально. Так, я понял. Короче, мне нужно просто там как-то обойти, пройти, что ли. Я чуть не пойму, какие двери открываются. Он либо откуда-то падает. Че за фигня? Ну я капец обкекался, конечно, от этой резкости. Это просто жесть какая-то была. Так, хорошо. Вначале не бегаем. Вначале не бегаем, ребят. Это просто запрещено тут делать. Это просто делать тут запрещено. Потому что он... Даже когда вот мы начинаем бегать тут в самом начале, как бы он все равно начинает как-то агриться, нападать на нас и тому подобное. А когда мы не бегаем, то он там откуда-то падает. И потом только начинает всю эту развлекаловку нам устраивать. Но, блин, он со спины так резко прибежал. Может быть, мне просто спиной к нему не поворачиваться. Просто, ну, он, типа, света боится. Если это действительно, ну, прям правда-правда, то вполне у нас может многое получиться, и мы сможем пройти. Ну, конечно, пока что я дальше 3 миллиметров, наверное, всего прохождения ничего не проходил. Так, здесь почему-то нет статуэтки. Он палку бы хоть взял какую-нибудь, чтобы по башке ему шлепнуть, когда он подбежит. Я не знаю, столько тут возможностей, чтобы хоть как-то от него отбиваться, он ничего это не использует вообще. Да. Ну реально, так-то сложно догадаться, и игра на самом деле не такая уж и простая. В плане того, что, ну, тут нужно постараться, чтобы хоть что-то пройти. Вот в чем дело. Так, ладно. А, короче, мы тогда активернем вот эту тему. И это закрыто. А, почему, типа, они все закрыты? А, ну вот мы отсюда, когда ходили... Какая-то фигня тут бабахала. И потом он со спины нападал. Так. Вот смотрите. Тихо. Что-то упало, нет? Крысы. Смотри, он не хочет пока что бежать. Но ничего и не падает одновременно. А, вон он откуда. Смотрите. Хоп. Нет. Что за фигня? Он оттуда по-любому должен упасть. Больше как бы мест нет, откуда он может навернуться. Офигеть. Ну хоть что-то мы поняли. Так. Ага. Ну может мне надо статуэтку обязательно собрать. Или что? Я просто понять не могу. Вот именно, что от меня требуется? Просто он падает оттуда резко и все. Нет вообще нигде статуэтки. Еще какое-то третье, видать, место есть, где они эту статуэтку могут хранить. Я про него вообще не знаю. Но, видимо, надо ее собирать, чтобы... Ой-ой. Вот он. А ну! Кыш. Так. Кыш. Ушел. Ушел. Даже не пытайся. Кыш сказал. Так. О! Он отсюда приходит. Откуда? Вон он. Тихо. Ё-моё. Ай-яй-яй. 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 Мне крышка. Ох ты. Блин, все равно убью. Он отсюда выходит. Он отсюда выходит из этой комнатки. Но там все закрыто. Вот в чем прикол. Офигеть, но мы все больше и больше понимаем, что к чему. Сейчас надо именно с самого начала понять, куда идти хотя бы. Но фонарик действительно помогает, но нужно издалека его использовать, только издалека. Вблизи он фиг поможет. Вблизи он реально фиг поможет. Вот, нужно именно только издалека. Вот отсюда он получается, как сумасшедший просто влетает. Жесть, 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 еще раз жесть. Но когда он выходит? Мне как бы надо, чтобы двери открылись хоть как-то. Я не знаю, хоть какие-то. Я помню, в прошлый раз хоть что-то там было открыто. Но в этот раз вообще нифига ничего не открывается. И как бы что-то делать, фиг его знает, что делать. Смотрите-ка, ребят, когда я стою вот тут, тут кто-то как будто разговаривает. Плиз, кто-то говорит. Я не... Кто... Пожалуйста, помоги мне, говорят. Ой-ой. Ай-яй-яй. Кыш! Блин, все равно даже с фонариком убивает. Я не понимаю, как мне открыть двери.
Я вообще этого не могу понять. Получается, все-таки мне нужно находить вот этот вот, вот эту, как его называют там, статуэтку, и она типа как-то мне должна помочь хоть что-то открыть, типа как ключ. Но нифига подобного. Получается, я тогда пробовал именно с этой фигней, не получалось. Вот, мне кажется, тут, кстати, можно бегать. Давайте попробуем. Вначале побегаем. Ух ты, ё-моё, нет. Бегать нельзя, ребят. Вначале бегать нельзя. Все, мне крышка. Бегать нельзя. Блин, вначале нельзя бегать. Он сразу выпрыгивает из этой двери. Вначале тупо тихонько ходим, и потом он через некоторое время появляется. Вот, но какая дверь открывается? Вот в чем вопрос. Действительно, вот этого я не могу пока что понять. Ну, короче, в принципе-то не так уж и сложно. Если ты тихонько ходишь, он тебя как бы не палит. Тут бегать нужно только тогда, когда ты понимаешь, что, типа, тебе немножечко осталось, допустим, до этого добежать, как его. Там, где ты можешь отрегениться, точнее, спрятаться. Вот. Только в такие моменты, в другие моменты ни в коем случае не бегаешь. То есть такая какая-то тактика. Ну, блин, эти статуэтки Айвоки, они всегда в каких-то рандомных местах. И как бы это так-то проблематично найти. И теперь я, кстати, понял, что это был за подвал, когда он нас за текстурками съедал, помните? Это как раз-таки то место, откуда он начинает бежать, где он сносит вот эти вот забитые двери. То есть именно вот с этого места он начинает как бы всю движуху. Как-то вот так вот. Но вообще, в идеале я бы вам предложил сначала проверить все комнатушки, которые идут вот тут вот. То есть когда он выбегает, чтобы здесь особо долго не ходить. Вот. А потом уже пиликать как-то в другие места. Но тут надо тоже проверить все. Потому что мало ли его, этот, как его, штучка будет пресс-старт-тупле, ага. Его статуэтка будет где-то тут, но что-то ее здесь тоже нет. Но самое тупое будет, когда он выйдет еще как бы раньше, чем ты ожидаешь. Ты не успеешь найти статуэтку, это прям вообще супер проблемы. Так, ну, по идее, ее вообще нигде нет пока что. То есть у нее постоянно рандомные спавны. Я два спавна вот знаю, и все как бы. Остальные я вообще без понятия где. Так. Может, тут где-то что-то. Нет, смотрите-ка, ничего. Просто тупо ничего. Та, опа. А, подожди, это же дверь, ёкарный баба. Я думал, какая-то секретная картина. За дверью тоже ничего. Хотя, может быть, вот здесь вот за матрасиком. Ну, мало ли, как бы все стоит проверять. Потому что от этой игры многое можно ожидать. Сами понимаете. Вот, но главное, чтобы он не вылез раньше времени. Ну, нам сюда по-любому надо, потому что там кто-то явно просит. Просто просит помочь. Вот. Это... как бы... ну, я не знаю. А может, кстати, лестницу сюда какую-нибудь найти тоже можно было бы. Фиг его знает. Закрыто. Закрыто все. Короче, пока что идей немного. Получается, вот этот вот... эта статуэтка Айвоки как ключ идет. Либо мне нужно найти лестницу, которая вон туда наверх меня... как-то проведет. И все. Больше никаких других идей у меня вообще нет. Все, вылез. Гадская морда вылезла. Готовьтесь развлекаться, короче. Ну, я не знаю. Я... о, кстати. Спасибо. Нашли все-таки. Все-таки хоть что-то да нашли. Ой-ой. Ой-ой-ой. А как ты меня нашел, ты? А ну кыш. Ушел, во-во, он боится, боится, явно боится. Так он делает только тогда, когда на него свет влияет. Перезаряжаем. Давай, давай, давай. Сваливай, гадская морда. Но он постоянно возвращается сюда, как бы. Это основная проблема. Нам его надо вот тут вот дождаться. Оттолкнуть его отсюда. И потом попытаться вон ту дверь открыть. Тихо. Других каких-то идей вообще ноль. Опа. Ага. Все, погнали. Тихо. Как же он медленно? Тихо, он уже тут. Он уже тут. Он уже тут.
или нет? А, я не понимаю. Короче, нам нужно что-то делать. Я не знаю, как нам что-то сделать. Он слишком жестко себя ведет. Он тут. Я только выхожу, он подбегает. Такая гадская морда, кобзец. Самое странное, что он тут не пролезает. Я этого немножко не понимаю. Эта дверь не открыть ее вообще никак. Я этого реально не понимаю. Типа, ну, давайте, короче, попробуем. А ну-ка ж. Все. Погнали, перезаряжаем. Блин, он как будто уже успел. Закрыто. Ё-моё, а? Чё за подстава? И как мне быть? Достали уже, а? Жесть, как сложно. Я, честно говоря, не понимаю. Давайте попробуем отсюда как-то вылезти. Здесь куча крыс. Как будто бы они мне пытаются подсказать. Стой, когда мы по ним ходим, вы слышали? Они громко пищать начинают. Как будто бы... Они его как бы... Они его зовут сюда. У меня такое ощущение. О-о-о! Видели? Только что был тут гадская морда. Так. Но он ходит где-то рядом. Он может успеть перебежать спокойно. Я просто не понимаю, какая дверь открывается. Во-во. Кыш. Фонариком светим, уйди отсюда. Вонючинская морда. У меня такое ощущение, что ему вообще по барабану уже. Дверь закрыта. Нет, ну как же быть-то? Он постоянно как бы за мной. А крысы тут. Ну давай, прибегай. С этой стороны. Короче... Сейчас, прибежит сюда. Так. Ага. Тихо. Давай. Не, смотри, он быстро уходит. Я, короче, рискую. Одну из дверей открыть. Тихо. Тихо. Закрыто. Уйди. Закрыто! И что делать? Get away from me. Тихо. Я ничего не понимаю. Ушел. У меня можно вообще дальше как-то пройти или нет? Он боится, конечно. Но... Как бы это мне помогает прям, ну, совсем не очень. Блин, я не знаю, куда дальше. Че это за такая дичь? Ага. Сейчас у меня с другой стороны будет уже ловить. И как мне быть-то? Чё мне делать? Так. Кыш. Тут он выбивает дверь просто. Тихо. Главное его сюда не пускать. Но он сам сюда приходит. Ушёл! Уйди. Так. Блин. Туда нельзя, ребят. Туда не пройти. Тут ни дверей, ничего. Может, рычаг какой-то? Нет. Уйди от меня. Ушел. Уйди и не подходи. Петя, блин. Так. Когда фонарик мы убираем, он, кстати, уходит вообще от меня. Тихо. Или нет? Ну тут ничего вообще. А, подожди. Мы же можем прыгать. Тихо. Ах ты! Обалдеть! Залез! Я туда смог залезть все-таки. Жесть. Ну может быть нам все-таки туда надо как-то, я не знаю. Блин, ребят, если у вас есть какие-то подсказки, то пишите в комменты. За сегодняшнюю серию я так и не понял, для чего нужны эти статуэтки, они ничего мне не открыли.
прошлый раз у нас какая-то дверь все-таки открылась, но я не помню, что я сделал для этого. То есть как-то не связано это дело все. Вообще без понятия. Но мне хочется пройти игру, да и вам она очень нравится. Может быть, все-таки в том месте мы как-то можем пропрыгать и перелезть эту всю дичь. Вот это вот тоже под вопросом. Ну, попробовать, в принципе, стоит. В следующий раз попробую, но это единственная идейка. Это единственная сейчас идейка, которая есть. Других вообще нет. Если у вас что-то есть, ребят, предложите, обязательно предлагайте. Я попробую и надеюсь, это тоже сработает как-нибудь. Потому что, ну, как проходить дальше, я не знаю. На этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. We'll be right back.